Если бы вы могли выбрать, в каком мире хотели бы просыпаться каждое утро? В мире, где все улыбаются вам, рады вам, заботятся о вас, прислушиваются к вам, действуют заодно с вами, а не против вас? В мире, где различия между нами особенно добавляют вкус? В мире, в котором мы чувствуем себя уверенно, который удивляет, волнует нас, такой мир существует. Здесь происходит нечто грандиозное. Здесь ошеломляющая атмосфера, во в самом лучшем смысле этого слова. Мое сердце словно наполнили такой особенной теплотой. Ты можешь быть настоящим, самим собой, и тебя примут таким, какой ты есть. Я выхожу отсюда с энергией, которая наполняет меня еще долгое время. Между людьми существует объединение, есть готовность отдавать. Объединение с людьми, которым хорошо, которые радуются. Нет лучшего ощущения. Ощущение свадьбы и даже более того. И вчера он сделал мне здесь предложение стать его женой. Каждый год на международный конгресс Кабалы, который проходит в течение 3 дней в Израиле, съезжаются люди из 70 стран мира, объединенные общей целью. Проснувшись однажды утром, я сказал жене, что в феврале еду в Израиль. Она спросила, зачем? Я ответил, чтобы заново начать жить. В Лондоне все заняты только своими сотовыми телефонами. Мы даже не смотрим друг на друга. Давайте вернемся к себе, к объединению. Впервые в жизни у меня есть возможность ощутить что-то вне меня. Любить других так же, как я люблю себя, искренне, это вызов. Я ощущаю очень глубокий покой внутри себя. Здесь фантастично, здесь любовь. Я наконец-то поняла, что такое возлюбить ближнего. В конечном итоге ты окутан любовью. Вместе мы создаем этот добрый мир, которого все желаем. Я верю, что мы можем достичь объединения между нами и со всем миром. Спасибо.